Сегодня на территории города Воронежа проводится профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности пешеходов. К сожалению, в текущем году фиксируется рост количества наездов на пешеходов и значительный рост количества погибших пешеходов. 35 человек уже погибло. Поэтому сегодня сотрудники госавтоинспекции напоминают и водителям, и пешеходам о важности соблюдения требований правил дорожного движения, правилах перехода проезжей части и необходимости снижения скорости для водителей при подъезде к пешеходам. Кроме того, в рамках мероприятия представлено новое техническое устройство. Это автоматическая камера, которая фиксирует нарушение пешеходом, который переходит проезжую часть в неустановленном месте, и обращение к ним, к пешеходам, о важности соблюдения требований правил дорожного движения.